Такое поручение Вениамин Кондратьев дал профильным ведомствам на общекраевой планерке. Несанкционированная торговля там, где нет условий для санкционированной торговли. И это тоже правда. Поэтому, если нет санкционированных условий для реализации продукции фермерами, я еще раз хочу, представителями личных подсобных хозяйств, просто селян, конечно, будет несанкционированная торговля. И главы муниципальных образований, этим, я уже сказал, страдают, потому что посносили социальные ряды по каким-либо причинам. И не хотят к ним вернуться. И народ не хотят слышать, что сегодня селяне просят: дайте возможность реализовать продукцию, только покажите где. Розничная торговля – одна из самых популярных сфер в Краснодарском крае. Ее оборот в прошлом году составил почти 1,5 триллиона рублей. По статистике, в торговле работает каждый пятый житель Кубани.